Во, я тоже долго привыкал. Так непривычно. Я вот это время все, которое пушил, блядь, я в меню выходил. В смысле, когда 20 часов или сколько-то там? Да, когда кумекал. Раскумекивал, блядь. Ёбаный рот. Когда я был кумекой. Максимальный кумека. Ах, во всех играх, блядь. Почему, когда древние призрачные обязательно хуйня без стихии, а не древние обязательно с двадцаткой? Ну, так и со странниками Юрка докрутил. Вот, на холод древняя, просто холод и все. И розу так же крутил. Если древняя роза, то она обязательно, блядь, full toughness. Вот древняя, интеллект, живучесть, восполнить здоровье. Ну, тафнес. Бля, надо покурить сходить. Демон, блядь, сотрясите. Лучше бы ты мне, блядь, в 139-м дал Орлыша иллюзиониста. Изи. Он там Пиздец. бы кумека, блядь, разошелся. Вообще. С учетом того, что как бы они бы все стояли в одном месте, ну, грубо. А мне, ну, типа вообще не надо нихуя подходить к ним. Я могу типа все на расстоянии делать. И валун кидать, и, блядь, стакать, оружие тоже это бросать. Демон ужаса, иллюзионист. Ебать, Орлыш иллюзия, кек, я поймал его. Ну-ка, давай паузу. Я пишу этот момент. Ебать мой хуй, я прям Alt+F9 даже на запись поставлю. Сейчас включаю стрим. Арлаша поймал? Да. Ну, нихуя. Ну-ка, блядь. Да это он, Дракула. Ну, ты это понял, я верю. Так, все эти уёбки один там. Блять, я прокнул. Ну хули ты, блядь, без этого? Без берца, блядь. Решил повыебываться. Максимальный, блядь, сейф. Блядь, 139, а чё так всё продамаживается сильно? Ну, область, наверное. А, в смысле, наоборот, хуёво, или чё? Ну да, не очень. Так, у меня тут 5 пилонов еще надо будет заспамить. Мне кажется, тут без пилона может заебись все быть. Ну да, но лучше пилон посмотреть. Может, да? Ну, уже итого 30%, итого 32 было. Но уже, считай, треть набил. Ну как, набил. Паша, ты можешь мне это продиктовать, точнее, на нолике билд у меня не сохранился, а я что-то давно, блядь, не запускал. Чё там вообще менять, брать? То есть Огильда убираем, берем эти наручи, да? Я сейчас в шкафу переоденусь, ты сам посмотришь, ладно? Угу.
Я хочу посмотреть просто войну Рамзана и Орбаша. Отставание, пиздец. Чего, блин, ничего не работает? А, подожди. А это можно вообще догнать такой минус? Конечно, это все догоняется очень быстро. А там уже 54 всего. Ну там, мне кажется, уже да, дохуя. Пора типа ебашить. Ну а как ебашить? Ты сейчас разъебешь все, тебе нужно, чтобы тут было дохуя. Так тут уже и так почти, ну. Сколько? 57%. Ну, так пока ты начнешь дамажить там это. Ну, ага. Ты понял. Там еще раздражается, как раз. Не знаю, я на Монке начинал дамажить, когда там было 100 ракет, что ли, рядышком вокруг меня. Блять, я прокнул. Ну, короче, Юра, там вплоть до скиллов, типа, все поставлено. Ты чё? А, у тебя все на молнию, на нолики? Ну, а как еще? Я же, типа, не как ты. Типа, забиваешь хуй. Там что на нулях рикошет, ёпта. Чтоб все умирало. Начинаешь? Ну, так, потихоньку. Это уже пора, ты чё? Тебе уже 20 есть, там почти 70. Как бы, блядь, уже... Уже там все чики-бомбони. Ещё пилона... Это типа можно вообще закрыть весь рифт вот тут? Сука, у меня нет попрыгушки на молнию. Ёбаная, блядь, нога. Ой, блядь, бронежилет, нахуй. Сука. Паш вылетел. Ебать, первый раз? Да, пиздец, я в ахуе. Нахуй я вообще рипнулся.
А там что-то спадает стаки или что? Угу. Да не, ну мне как бы повезло. Хотя я опять рипнул сейчас. Что-то я хуйню начал творить. Пиздец. Лютейшую. Ебать, я такого вообще ни разу не видел. Такого пака, блин. Блядь, я желтый. Сука. Ты остался один раз, да, продамажить? Да нет. Ну да, наверное, сейчас вот. Погибель. Заебись. Это хороший босс? Да. Блять, ну он шотнуть может, кстати. Не, ну понятно. А чё, урон не проходит? Потому что я не пробитый, мне нужно типа на лоу хп его бить, я забыл. О, вообще прокнул, блядь. Во, сейчас нормально зашел. Ну, блядь. Пиздец. А у тебя стрикен же есть, правильно? Конечно. Так, чё там? О. Чё, щит прокнул? Да. Бронежилет ебаный. А может, если его взять же нельзя, тогда хп не будет уменьшаться. Но... А чё, тут Зеев камень берется, что ты издалека ебашишь? Нет, тут Зеев не берется. Ну, на большом парагоне только. Наверное. Если только. Бля, так вот это рискованно на таком хп играть, а... Или тут типа резисты возрастают? Возрастают. Ебать, он член такой, пидорас. Ой, а чё ты? Ну ладно, 15 век. Уже стрикенов-то хуя должно быть, заебись. Да блядь, без просадки нихуя не заебись. А у тебя две пассивки или одна? Одна. Опа. Последнее сохранение. Это, блядь, да нормально это, такой это... подпивасный пушара. Это вообще, блядь, пиздец. Пизда. Муравей. Ебать, нихуя себе. Ебать. У меня аж интернет от Орлоша, блядь, это. Ебать, ты весь красный, пизда. Нихуя ты читер. Я ж